Референдумы, проводящиеся за рубежом, говорят о прочности Евросоюза как монолитной структуры. И мы просто не понимаем, что проявление демократии и толерантности в отношении любой группы, которая хочет отделиться, есть факты. Союз создан и работает. А мы пока что только на него гавкаем, и пока что мы являемся 13-й экономикой мира и не достигли уровня, извините, даже Бразилии. Поэтому вместо того, чтобы рассматривать, что ждать, когда же Евросоюз рухнет, мы должны посмотреть, в какое дерьмо мы втоптали себя. Мы стали 13-й экономикой мира, и до сих пор, кроме наших имперских амбиций, мы на рынок не можем предъявить ничего. А выезжая за рубеж, я могу сказать о нашей стране, ни один телеканал даже близко не говорит, а столько желчи и дерьма, сколько мы выливаем на наших любимых покупателей, которые обеспечивают наше благосостояние, ну, не позволял, наверное, ни один даже советский супермаркет. Поэтому здесь, собственно говоря, это нам решать, как нам жить. Если мы хотим, чтобы у нас покупали товар, то, наверное, надо с покупателем говорить немножко вежливее.